В расследовании авиакатастрофы под Тюменью помимо России примут участие и другие страны. Франция как изготовитель самолета, Канада – изготовитель двигателя и Великобритания как страна, где регистрировался самолет. Черные ящики уже отправлены в Межгосударственный авиационный комитет. Напомним, что самолет АТР-72, принадлежащий авиакомпании ЮТЭР, упал при взлете в понедельник 2 апреля. Пассажирский борт направлялся из Тюмени в Сургут. В самолете находились 43 человека, 12 человек выжили и в настоящее время находятся под наблюдением врачей. В Ханты-Мансийском автономном округе Югре объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе. Траурные мероприятия пройдут с 4 по 6 апреля.